цитата типичного студента. Когда увидел новое расписание. Спокойствие, только спокойствие. Когда на почту пришло новое задание от преподавателя. Что? Опять? Когда преподаватель спрашивает, почему тебя не было на прошлой паре. Я птица вольная! Куда хочу, туда лечу! Когда тебя похвалил преподаватель. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Когда одногруппник пытается помочь тебе подготовиться к семинару. Гена, тебе очень тяжело нести вещи. Ну, как тебе сказать, Чебурашка? Очень тяжело. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Когда преподаватель просит тебя остаться после пары. Тетенька, отпустите меня! Я волшебное слово знаю. Пожалуйста. На контрольной. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Перед входом в аудиторию. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Перед выходом из аудитории. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть.